Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Пытаюсь записать с одного дубля, не получается. Уже дубль 20, наверное, потому что новость нехорошая, новость отвратительная, по крайней мере для меня, для моих подписчиков, но не для хейтеров. В общем, мой аккаунт, ребята, на YouTube отправляется в сон на 90 дней, до 27 апреля. То есть до 27 апреля не появится ни одного нового видео на моем канале. А все видеофайлы, которые у нас есть на моем канале, они уйдут, ребята, в закрытый доступ по ссылкам. Что такое доступ по ссылкам? То есть мои видео на YouTube вы больше не найдете, кроме текущего видео, которое единственное останется на канале. Что же происходит? С 25, ребята, декабря, когда было сделано первое видео, то есть вот это вот формат, оно первое попадает в бан, ребята, то есть по жалобе на принципы сообщества. Оно попадает в бан. И первый раз за 2 года я такую вещь получаю, я очень был расстроен. После чего, соответственно, второе, третье, четвертое, ребята, пятое видео, шестое видео за 1 месяц попадают один за одним по нарушению принципов сообщества. Это делается специально, это я знаю, поэтому, ну, как бы воевать с этим я не хочу. Потому что последнее видео, которое было новостник у меня на канале, вот оно вот здесь, сейчас продемонстрирую, вот оно. Оно не вернулось из бана. Соответственно, апелляцию, которую я отправил, ее рассмотрели. Вот, и ответили, что все принятые меры, соответственно, остаются на моем канале. Из-за этого принято решение, чтобы сохранить канал на YouTube. То есть, поэтому канал будет заморожен до 27, ребята, до 27 апреля. Так что ищем видео информационные на других каналах. Ну, конечно, охота посмеяться, но это неприятно. Единственное, что я могу как бы сделать для своих подписчиков, это проводить стримы на другом канале. Есть канал, который я веду, соответственно, ребята, это канал по танкам. Здесь я раздаю моды, здесь я играю в Star Conflict. Могу сюда перенести стримы с Музвара. Ну, если хотите. Это я, ребята, специально запущу голосовалочку, посмотрю, как пойдет ситуация. Если я в голосовалке, соответственно, беру хотя бы 250, ребят, голосов за, то тогда я буду что-то думать. А пока, ребят, стримы по Музварзу не будут проходить на моем канале. Скоро выходит у нас, получается, Руни. У него стримы опять нормальные появятся. Возможно, я у него появлюсь. Есть Санчес, то есть поэтому у него можно на стримах еще потусоваться. Но мой канал, ребята, впадает в анабиоз. Ладно, ребят, всем счастливо. Всем счастливо до 27 апреля. Я говорю чисто по видеофайлам. То есть разбора обновлений, разбора решения проблем игроков, какие-то новостные выпуски. Еще что-то, ну, дополнительное, не знаю, нововведение, возможно, ребята, ищите на других каналах. Давайте, счастливо!